семейная забава по выходным. Играть в баскетбол. У нас есть баскетбольный мяч, баскетбольная площадка рядом с домом. Вообще, в принципе, площадка. Тут и теннис, и белочки, и все что угодно, и гриль, и столы, и можно посидеть. Короче, будем сейчас играть, бросать в кольцо. На обед пришли в лучшее место с сушами, по крайней мере, лучшее место с адекватными ценами на суши, с вкусной рыбой, кура, суши. Мы очень любили это место, раньше очень часто ходили, а потом мы начали есть суши в Amazon, готовые. И они там намного вкуснее даже, чем здесь. Представляете, просто кухня магазина готовит вкуснее, чем специализированный японский ресторан. Но все равно вот такие тарелочки едут, как в Японии. 2,5 доллара стоит тарелка или 2,75, не знаю. Очень вкусно, наедаешься быстро, 3,55. Съедаешь 10, это уже 3? 3,55. 3,55. Вообще не дешево тогда. Ну, в общей сложности сколько у нас получилось? 42. Но не подорожали мы, потому что 20, где-то 5 долларов ели на двоих и объедали. Сейчас мы тоже наелись, 40 долларов. Наверное, да. Амазон уже начинает выигрывать. Молодцы, ребята. Да, они подорожали. Свет на работе. У меня сегодня день рождения. Вот такой вот напиток размером с мою голову из Старбакса. Вообще любого размера любой напиток дается в подарок. Еще я взяла напиток для нашей коллеги, которая работает сегодня с нами. И три вот таких день рожденческих кей-попса. Вот. Уже получила еще, кстати, в Америке есть распространенная штука, как все бизнесы даете подарок в день рождения какой-нибудь, или скидка, или бесплатный продукт, или что-то еще. В общем, у меня есть уже несколько наскриненных имейлов с подарками. Я уже забрала из Sephora несколько дней назад подарок. Там миниатюрка тонера и увлажняющего серума. Просто продукты из Sephora за просто так. Это очень весело, так что я думаю, что сегодня еще поеду, возьму несколько подарков. У меня, например, есть 12 штук донатсов из Krispy Kreme тоже. Хотя у меня есть торт уже сделанный дома. 100% я буду есть очень много сладкого, так что не знаю, стоит ли брать их сегодня, потому что там их можно взять в течение месяца. Вот, но, скорее всего, поедем в Cinnabon, потому что там только сегодня можно взять. Есть еще одно прикольное место с печеньями, очень популярное, я там ни разу не была, и там вот такие вот огромные печенья продаются. И вот там тоже одно печенье в подарок, мне интересно его попробовать, поэтому, может быть, мы заедем туда. Может быть, мы просто заедем везде, возьмем везде, и будем устроить дегустацию, не обязательно же доедать все до конца. Вот, и сейчас уже скоро начнется работа, я сегодня работаю 6,5 часов. До конца рабочего дня. Ну, что такое поделать? Хотя бы полдня свободно будет после. Я закончу где-то, например, 4 часа дня. Пойдем вечером куда-нибудь. Может, что-то придумал. И когда приеду домой, покажу вам свои подарки. Так, вот такой вот у меня аутфит на сегодняшний день. И туфли. Хотела вам показать, что у нас еще тут происходит дома. Вот так вот выглядит ситуация с коробками. Куча посылок с Амазона, в одной из них, так, это цветы на работе мне подарили, в одной из них был вентилятор. Очень полезная штука, когда у вас 40 градусов в стране бывает. У меня есть самые главные подарки от моего мужа. Это вот такой вот стационарный перемешиватель всего на свете, в основном тортиков, мы увлеклись тортами. Тут тоже все для выпекания, и я приготовила уже себе торт. Вот такой вот, он пропитывается кривой. Ну, что поделать. Я заикнулась на тему всех этих подарков бесплатных, которые дают. Вот такой вот кофе можно будет получить сегодня. Что еще у нас есть? Ссылка для печенек получения. Это у нас магазин Crumble Cookie, по-моему, называется вот этот Crumble. Что еще у нас есть? У нас есть 4 синабона, дозен глазированных пончиков, это круто, но это можно забрать в течение 30 дней, поэтому сегодня не поедем. Приехали в какое-то очень красивое место,
Здесь мы на горе Голливудный. Это какое-то азиатское место. Еще такой туман. Смотрите, какой вид на Голливуд. Здесь даже есть пруд с рыбками. Они, правда, абсолютно маленькие. Но довольно симпатично. Сегодня 1 мая, следующий день, вот такое вот у нас предзакатное настроение на улице. Я решила, что хочется завершить этот влог чем-нибудь домашним, так как у меня совсем немножко видео получилось с предыдущих двух дней. Буду убираться дома. Итак, начну с дивана. У нас, как я уже говорила, очень-очень удобная система с телевизором. Он на ножках. Вот так вот его можно развернуть к столу к обеденному. Вы сейчас стоите на столе. Можно его, в общем-то, в любое место квартиры перевести. Просто вот на таких ножках. Здесь есть подставка для приставки. Дальше загружу посудомойку. Не знаю, как вам нравится или не нравится видео с уборкой. Мне, например, очень нравится. И мне очень сильно вдохновляет на то, чтобы взять и убраться, потому что мне нравится видеть, как у людей результат происходит, мне нравится видеть, как они это делают, потому что у каждого есть свои какие-то лайфхаки. Я освободила вот такую подставку для торта от торта. Осталось несколько крошек. Просто положу на холодильник. Пусть он ждет следующего торта на себе. В общем, хотела вам рассказать про колледж. Я вам 100 раз говорила, что я собираюсь идти в американский колледж. И я постоянно меняю специализацию, на которую я хотела бы пойти. Я хотела пойти в колледж, чтобы отучиться только в колледже и получить associate degree. Это как-то что-то вроде среди специального образования, и очень многие работы позволяют работать с associate degree, то есть не с бакалавром. Знаете вы или нет, у меня есть бакалавр артиста балета, то есть у меня есть танцевальный бакалавр, и я преподаю сейчас балет в Лос-Анджелесе, и мне нравится, и я получаю, мне кажется, хорошие деньги для этой работы, вообще, в принципе, мне все устраивает. Вот. Но мне хотелось что-то еще иметь, какой-то запасной вариант, я не могу говорить и делать что-то одновременно. В общем, я все время меняла. Я сначала хотела быть дизайнером, а потом я захотела быть в criminal justice сфере, criminal law, не law, immigration law, типа быть человеком, который делает кейсы другим людям по вот грин-карте, например. Я получила свою грин-карту по мужу, у меня муж гражданин, я подавалась в иммиграционную, и там рассматривали мой кейс, потом у меня было интервью с человеком, который проверял, не фейк ли наш брак. Вот, так что это мне было интересно, это было прикольно, потому что мне нравится структурированная информация, работа с ней. После балета это было самое то. Потом я подумала, это целая новая профессия, и ее изучать, наверное, как-то мне придется бросить полностью преподавание, я не знаю, это, в принципе, для меня это легкая работа. Я настолько привыкла работать с детства, сначала в училище балетном, потом в академии балетной, извините, потом я пошла работать в Михайловский театр. Для меня двигать ногами или учить двигать ногами совсем не работает, знаете, это как дышать одновременно с тем, что ты живешь, типа, ну, ты привык к этому, да, это доп какая-то работа, но не то чтобы я не могу без балета, но просто для меня это легко, для меня это как-то, как, не знаю, я умею говорить на английском на каком-то уровне, для меня это несложно, я могу говорить. То есть это не что-то сверхъестественное, когда ты этому научилась, из-за того, что я этому училась больше 10 лет, для меня это уже такая привычка, поэтому мне довольно легко преподавать. Дальше, какие у меня еще были идеи? Я думала пойти на программирование, но, если честно, ситуация с развитием всех вот этих
технологии, с тем, что сейчас очень много программистов сидят без работы, я не знаю, как дальше это будет все развиваться. Возможно, это хорошая идея, знать, как это все устроено, иметь базовое понимание, потому что следующее поколение будет просто программировать просто так, просто потому что они знают, как это делать, они будут знать, как устроены все эти технологии именно изнутри, не с юзерского стороны. Возможно, это хорошо, чтобы быть в ногу со временем идти. Какие у меня еще были идеи? Я думала пойти на детское, как преподаватель младших классов, elementary school, потому что если преподавать, я преподаю детям от 3 до, не знаю, 84 лет, уже не детям, поэтому я очень много работаю с маленькими детьми, я думала, наверное, хорошо иметь образование, связанное с маленькими детьми, и как-то понимать, как это устроено. Потом я поняла, что associate degree здесь не обойдешься, нужно обязательно бакалавр, а я не хочу идти и учиться в университет, потому что это очень большие деньги, и как бы зачем? Непонятно было. В общем, на данный момент я решила, что у меня как раз-таки сейчас уже должны подтвердить мое резидентство, что резидент Калифорнии, что я здесь в официальном статусе, уже живу больше года, я здесь живу 3 года, но именно в официальном статусе, как Green Card, человек, у которого есть вид на жительство, я живу всего год. И поэтому мне должны подтвердить, у меня должно быть очень дешевое обучение в колледже, и я летом не смогу взять никакие предметы, потому что я буду усиленно работать на летних лагерях с детьми. Я смогу взять только с нового учебного года, в сентябре, я буду брать английский пока что, потом буду думать, возможно, я буду продолжать обучение, связанное с танцем, возможно, я пойду на повышение своего образования. Еще пока не решила, в любом случае, мне для чего угодно в обучении или просто в продолжении адекватной жизни в Америке нужно улучшать уровень английского. Я, в принципе, разговариваю со всеми обо всем. Вообще могу все, что угодно объяснить, веду уроки на английском. То есть английского мне хватает, но мне хочется быть более академично выражаться в своих речах. Плюс ко всему мне хочется называть не просто вот эта мышца здесь, а называть ее как-то. Я уже знаю, что вот здесь вот задняя поверхность бедра, которую растягивает, нужно вот так вот. Это называется hamstrings. Еще есть inner tights вот здесь, когда ты работаешь всем внутренними мышцами в балете, разворачиваешь ноги. А когда я хочу сказать вот здесь вот эту вот круглую, к круглой косточке подведите ногу, я просто говорю круглой косточке по-английскому, но мне... Мне не нравится, как это звучит, мне хочется как-то более умно это называть, поэтому хочется еще анатомию, наверное, выучить. Поэтому сейчас начну с английского в сентябре и, наверное, загружу уже посудомойку. Вот такой вот апдейт по колледжу. Рюкзак. Здесь у меня телефон. Обычно я его несу в руках, конечно же, но так как я сейчас возьму камеру. Здесь телефон для того, чтобы заплатить за стиральную машину. Это платно, да. И за сушилку потом. Я уже кинула капсулы прямо внутрь этой мешка с бельем. И осталось только взять ключи от дома, чтобы закрыть дом. Я не знаю, у нас, конечно, не воруют ничего, особенно посылки оставляют, вообще все спокойно и тихо, но все равно я не могу не закрыть дверь, для меня это странно, хотя вот мой муж может такой, чего, что такого? Хотя у нас заходишь, у нас сразу компьютеры, телевизоры, техника вся на виду, не знаю, как-то не хочется прям сильно доверять людям. Вот, хотела еще взять вот это вот все, чтобы спустить на парковку, но у меня не будет рук, я думаю, что, наверное, мне еще 2 раза надо будет спуститься, так что еще раз, еще в 2 ходки отнесу весь картон на переработку, хотя это очень странно, что у нас один большой контейнер внизу, и написано на нем recycle, то есть сюда, по сути, можно бросать только то, что можно переработать, но в то же время у нас нет никакого другого места, куда кинуть габаритные вещи, то есть у нас есть мусоропровод, и все, или мусоропровод, как правильно. То есть у меня есть вот такие вот, например, пенопластовые большие штуки, которые только если разрывать
и кидать по маленьким кусочкам, но это у меня здесь будет все в пенопласте. Есть какие-то вещи, которые явно не перерабатываются, но их не засунуть в мусоропровод, поэтому я все отнесу в штуку, которая называется ресайкл. Не думаю, что они ее ресайклят, по правде. Вот, так что буду спускаться сейчас вниз, покажу вам, как это выглядит, сколько это стоит. Очень удобная система со светом тут. Ставишь таймер и можешь просто уходить, потом не выключая свет. В общем, здесь все стиралки, здесь все сушилки. Видите, некоторые используются, некоторые вот достирались. И я сейчас телефона заплачу $2. Сейчас я вам покажу. $2 стоит обычная сушка, легкое загрязнение, перманентный пресс. Это как оно, видимо, что немножко разгладит. И температура воды. То есть, естественно, если сильнее загрязнена одежда, дороже это стоит. Я обычно на месте уже решаю, хочу ли я разделить свою стирку на две или на одну, и вот так вот просто начинаю раскидывать, если я хочу постирать темное и светлое, или если я хочу все в одну, в зависимости от размера, потому что вот так вот я не очень понимаю размер, как называется, загрузки. А когда я кладу уже вовнутрь, я понимаю, если этому место нормально простираться или нет. Так что сейчас этим и буду заниматься. Ну и осталось только заплатить. Захожу в приложение. Сейчас он покажет, какой у меня баланс. Мне нужно пополнить, потому что мне не хватит на две стирки. Я решила сегодня две стирки загрузить. $10 положу на счет. Все, в принципе, довольно быстро и легко проходит с этим приложением. Все, теперь я сканирую QR-код машины. И должна нажать, что я хочу заплатить. И потом нажать на машинке. То же самое делаю с второй стиралкой. Я решила, что сегодня я хочу разобрать весь свой гардероб и разделить вещи на три категории, на четыре категории. Те, которые я оставляю, те, которые я выкидываю, те, которые я отнесу в Goodwill на donations, и те, которые довольно хорошо выглядят, но все равно я хочу от них избавиться, я отвезу в другой секонд-хенд, который покупает вещи, потому что Goodwill ты просто отдаешь бесплатно, а есть секонд-хенд, я, по-моему, снимала видео, кстати, об этом секонд-хенде, называется Crossroads. И они любят брендовые вещи, они покупают брендовые вещи, но как брендовые. Если ты купил что-то Shein, они берут, потому что американцы знают, что такое Shein. Если ты купил что-то из Zara, для них это вау, супер класс. Если это что-то реально качественное, но они не знают бренда, то они не возьмут, скорее всего, потому что у них это не купят. Вот. И у меня уже есть, на самом деле, один мешок, который я пыталась отвезти в Goodwill. Еще, мне кажется, года полтора назад он лежит у меня в кладовке, так что я разберу его, посмотрю, что там, и вот это почти все мое здесь в этом комоде, и еще вот там вот висят на вешалках. Для начала я разберу вот этот вот кресло, которое у меня внезапно стало вешалкой, оно никогда не было им, я вполне успешно убирала все вещи в комод, но что-то пошло не так, и я думаю вынести это кресло на балкон. У нас такое же есть уже на балконе, будет два. Сейчас тепло стало, можно сидеть, но это ненадолго. Скоро будет 40 градусов, и сидеть будет не очень приятно. Вот, поэтому собираю все вещи. Здесь у меня в основном Uniqlo, футболка, которую я купила, и разрезала ее вот здесь, потому что она очень плотная, она не тянется, поэтому такой вот кастом получился. Вообще, на самом деле, футболки из Uniqlo супер, когда ты их не покупаешь за 20 баксов. У меня есть приложение, я смотрю футболки, и почему-то вот такая может стоить 20 баксов, а потом у них в приложении сейл, и она может стоить $1, и я так и закупаюсь футболками, потому что почему бы нет. Вот, мне очень нравится свитер, который я купила, он DKNY, я его купила в Росе, это место, где у нас постоянно как дискаунтер круглогодичный, и он мне очень нравится, и он очень удобный, и довольно симпатичный, и супер. И довольно хорошее качество, потому что я его стирала кучу раз, потому что я очень много ношу. $15. Я очень люблю, когда мне удается найти вещь, которую я ношу очень долго, и она мне нравится, и она не стоила целое состояние, хотя я нормально отношусь к вещам дорогим. Вот, например, вот эти штаны Nike, они из такого материала. Я купила, наверное, $100 в Италии,
И это лучшие штаны. Я уже про них везде во всех соцсетях рассказывала. Я не знаю, как они называются точно, но они удобные. Я в них и занималась, когда была в театре. Я в них ездила по всей Америке по гастролям, потому что они выглядят прилично как и на улицу, так и для занятий. Я могу в них делать все, что угодно. Я в них сейчас преподаю очень усиленно. Из Uniqlo жилетка. Такие жилетки есть у всех балетных, потому что они очень хорошо разогревают. И они очень легкие, компактные. Их всегда можно убрать в какой-нибудь маленький пакетик, и это не будет мешаться. Моя гениальная рубашка, которую я купила на фотосессию за... По-моему, за $1 тоже. Мне просто нужна была рубашка, и я начала вот так вот листать все рубашки в магазине. Это тоже был дискаунтер. И я просто нашла рубашку за $1, и думаю, на фотосессию идеально. И я иногда ношу там на пляж какие-нибудь такие места, которые не жалко. Хотя обычно белая мужская рубашка. Надо, кстати, повесить. Такая вот джинсовка. Она мне досталась от... Что, деньги? Такое тяжелое. Она мне досталась от моего бывшего парня. Это Gap. И она такая вся затертая. Но это не специально, она просто старая. И я сюда нашила вот такую нашивку. Сама ее сделала. Вот. И иногда ношу. Мне очень нравится, как она сидит. И в ней есть история. Но не часто можно ее носить, потому что если холодно, значит нужно надеть джинсы. Если ты надеваешь джинсы, то зачем надевать сверху джинсовку? Это не... в моих глазах это не очень сочетается. Как говорила подружка моя, это называется джинсовая семья, когда у тебя все джинсовое в аутфите. Вот. Так что так. А, кстати, есть еще вот такая вот с лого, где я работаю школой. Такая теплая кофта, ее надо постирать. На удивление, я очень быстро справилась, и хочу вам сначала показать мешок, который я полтора года не могу сдать в Goodwill. Это вот единственная рубашка, которую я хочу сдать из нового в Goodwill, потому что я знаю, что, скорее всего, они не возьмут, не купят ее в Crossroads. Хотя, почему бы, собственно говоря, не попробовать? Ладно, кину туда, потому что они должны оценить одежду, потом купить все, что хотят, или отдать. Ладно, так, покажу вот этот мешок. Это как раз-таки то, что мне осталось от того, что не купили там. Потом мне было очень лень везти. Они не купили вот такие вот Juicy Couture ботинки. Хотя, мне кажется, все всегда, конечно, зависит от человека, который принимает. Но они, правда, не очень. Они не купили вот такую вот кофту. Это не моя кофта, это мне подарили, можно сказать. Просто у меня был друг, у которого куча была одежды со съемок, он мне просто отдал. Вот это тоже была одежда со съемок, это просто бежевая кофта. Ну, это неудивительно, почему они не купили. Они не купили, это тоже, кстати, из того, что мне друг подарил. Вот такую вот с горлом кофту. Это все no-name бренды. Вот такая вот Uniqlo рубашка. Но с ней что-то не так. Не помню, здесь где-то, где пуговицы... Да, с ней что-то было не так. Вот такое они не купили, хотя странно, у них холл. Они любят бренды. Не купили также Pull&Bear, вот такое вот платье. Кстати, не такое плохое. Я просто знаю, что его не буду носить. Также есть вот такие вот Bronx кроссовки, но они из-за того, что очень долго стояли. Во-первых, изначально у них не было такой желтой подошвы. Господи Иисусе. Я их даже не буду в Goodwill сдавать, потому что они очень плохо выглядят. Да, я их покину просто. Они реально из-за того, что год лежали, у них пожелтела подошва. Удивительно. И они не купили вот такое вот платье. Тоже no-name. Такое белое платье. Так, сейчас я вам покажу, что я повезу туда сейчас, в новый заезд. Джинсы Zara. Они 30... 2 размера, 0 размер американский. Они супер маленькие. Так что я их отдаю. Я в них влезаю, но они очень некомфортные. Также шина вот такую вот юбку. Они любят шин. Может быть, возьмут. Еще одни штаны Zara. Да, черные джинсы просто. Так, у меня тут, кстати, почти весь мой заказ шина в итоге оказался, который заказывала 2 года назад. Или год назад. Вот такую вот кофту с одним рукавом. Она очень прикольная, надевала пару раз, но это просто не то, что я бы носила в
обычной жизни, поэтому я избавляюсь еще от того, что мне просто некомфортно носить. Ну, такие штаны, я уверена, что их не возьмут, шорты просто, велосипедки. Но они в очень хорошем состоянии, но они ноунеймовые, поэтому посмотрим. Вот такая кофта. Это Ann Taylor. По-моему, это какой-то масс-маркет бренд, но он американский. Тоже попробуем. Платье Шина из того же заказа. Оно полупрозрачное, я его носила на пляж. Но у меня на самом деле куча такого рода платьев, я лучше буду носить платья, которые мне реально нравятся, а не те, которые мне просто не жалко. Дальше было вот такое платье тоже Шина, по-моему. Нет, это я купила в обычном магазине в клеточку. Тоже несколько раз его носила. Здесь почти все вещи, которые вообще не носила. Это тоже было Шина. Вот такой вот Лос-Анджелес. Кофта, кроп, свитшот. Вот эту вот рубашку, которую я говорила из нового захода. Возьмут или не возьмут, не знаю. Но она просто... Она очень хорошо сделанная, она новая. Это, видимо, с какого-то работника автосалона Honda. Видимо, униформу просто сдали. Что еще мне показала? Я не показала вам... Это, по-моему, топ-шоп платье, да. Топ-шопа не знаю, так что нужно возьмут просто вот такое вот платье топ-шоп. Розовое. На самом деле, у них скоро оторвутся лямки, поэтому я его сдаю. И вот такие вот тапочки. Я их надевала пару раз. Я их купила в прошлый раз, когда у меня в Crossroads взяли пару вещей. Они сказали, что это где-то $25 они мне заплатят. И они предложили либо заплатить меньше, но наличкой, либо оставить ту же самую сумму, но я у них в магазине сама что-то куплю. А там очень реально прикольный секонд-хенд. Там есть бренды, прикольные бренды. Там есть какое-то винтажное что-то. И причем, что не за очень какие-то бешеные деньги. Вот такой Chinese Laundry бренд. Они были абсолютно новые, с этикеткой. Я купила их. Пару раз поносила, они просто спадают жестко, когда ты идешь на улице. Они довольно симпатичные, мягкие. Посмотрим, возьмут ли они их обратно к себе же. Да, я в другое место пойду, не в ту же локацию. Так что вот так вот. И выкинула пару вещей. Не буду их уже показывать. И все. Я думаю, что сейчас я все это соберу по пакетам. Сначала поеду в Crossroads, потом то, что не возьмут, сдам в Goodwill. Я только что вышла из Crossroads. И как вы думаете, что они купили? Они купили свои же тапки. Причем, что интересно, я в прошлый раз, получается, взяла in-store кредит. Сейчас я включу, чтобы вам не шумело. И за $11 купила эти меховые тапочки. И сейчас они из всего мешка взяли 5 эти тапочки. Причем, что тогда они были новые. И предложили мне $11, чтобы я потратила в магазине, либо $7 наличкой. Я взяла наличку, потому что мне там ничего не понравилось. Это очень забавно. В общем, в итоге все поедет в Goodwill. Это и хорошо, потому что там очень много хорошей одежды. Странно, что они не взяли мои джинсы Zara, когда там пол магазина из Zara состоит. Но в основном это платье, правда, ладно, можно понять, хотя реально джинсы просто новые практически. Сейчас поеду в Goodwill, посмотрим, возьмут ли они у меня, потому что начала читать комментарии в Google Maps, и написано, что много где не берут, и вроде бы локация, которая рядом со мной, там должны брать donations, то есть то, что им даешь, чтобы они продавали. Посмотрим. Первый раз делаю такое, вообще не знаю, как это происходит, но вообще, по сути, я должна просто прийти и скинуть им мешки, и все, и на свидание. Итак, я доехала до Goodwill, и там было написано, что они не принимают donations, потому что у них полные баки, видимо, они не успевают переработать. То, что можно продавать, то, что нельзя продавать. Ты, там такая система, что ты отдаешь бесплатно, видимо, там люди перерабатывают, вывешивают все на вешалки, если надо, не знаю, стирают ли они или нет, и продают за какую-то минимальную цену, что-то, конечно, не супер дешево, можно было бы дешевле купить, но я так понимаю, что они продают за деньги, потому что это нужно оплачивать людскую работу, которая все это перерабатывает и вывешивает, и там либо закупаются люди, которым реально нужна одежда за дешево, либо модники. Вот, поэтому отправилась вся моя одежда в итоге в Goodwill, но я на самом деле рада, приятнее намного ощущение, чем как там ты на смотрины приходишь, так твои вещи перебирают и, может быть, дают тебе деньги. Купила вот... Вот у меня внизу стоит, сейчас покажу. Купила суши, 2 кусочка пиццы, будем обедать сейчас с Колей на работе, купила немножко еды для завтрашнего крабового салата захотелось, и все, поеду на работу. Там буду преподавать,
времени снимать. Как всегда, нет. Пока не преподаю, тогда разговариваю с родителями или с детьми, или пью кофе в перерыве. Поэтому всегда мои попытки заснять рабочий день никаким успехом не могут увенчаться. Хотя, может быть, летом, когда будет summer camp, если я буду не одна преподавать, а если нас будет два учителя, то, возможно, я смогу подснять что-то. В общем, спасибо большое, что посмотрели это видео. Всем пока!